С наступлением периода отпусков в Кирове учащаются случаи мошенничества и в сфере туризма. В этом году, правда, громких дел еще не было, но в 2014-м несколько кировчан купили путевки в агентстве и остались ни с чем. Как выбрать хорошее турагентство и не попасться на крючок фирмы «Однодневки» у специалистов поинтересовалась Екатерина Зубарева. Советы друзей и отзывы в интернете – это первое, на что нужно обратить внимание при выборе туристического агентства, считает специалист в сфере туризма Светлана Ердякова. Во-вторых, нужно узнать, как давно фирма находится на рынке, и лично пообщаться с менеджером. Большое внимание стоит уделять договору. Прежде чем заключить его, убедитесь, что там все подробно описано. Начиная от даты заезда, аэропорта вылета, времени вылета, туроператор, который будет осуществлять обслуживание вас, принимающая сторона. Обязательно данные туроператора, обязательно данные турпомощи, куда вы можете обратиться в экстренных случаях. То есть все это должно быть в договоре. Сейчас в Кирове больше 100 турагентств. Если раньше для того, чтобы открыть подобную фирму, нужна была лицензия, получить которую было непросто, то с 2007 года это требование отменили. Соответственно, количество агентов резко выросло. Тогда же стали появляться фирмы-однодневки, которые в основном заманивают клиентов высокими скидками. Если вы увидели, что вам дают скидку в одном агентстве цена одна, в другом цена другая, то вас сразу же должно это насторожить. То есть не может быть такого, потому что все кировские агентства работают через туроператоров Москвы. Это вас уже априори обманывают. То есть это уже точно, это вы поедете не туда, не в тот отель, и поедете ли вообще, это уже большой вопрос. Юрист Александр Вагин поясняет, турагентство – лишь посредник между клиентом и туроператором, который предлагает готовый продукт. И ответственность за сам тур несет туроператор. Агент отвечает лишь за информированность туриста. А вот если он взял с вас деньги и исчез, обратно их вернуть практически невозможно. Возможность, она гипотетическая. На практике с кого брать деньги? Фирма может быть существовать на бумаге, а фактически взять-то что? Именно поэтому выбирать турагентство нужно внимательно и не бросаться на большие скидки. Это не значит, что отдохнуть подешевле не получится, ведь остаются спецпредложения, когда место в отеле или на самолете, что называется, горит. Они, как правило, появляются за несколько дней до поездки. Екатерина Зубарева, Дмитрий Подлевских, Бюро новостей Давича.